последнюю секунду вырвать ничью. Мы, конечно, болеем за команду, хотим, чтобы она все время выигрывала. Ну, что есть, то есть. Но главное, без потерь. Кого можете выделить из игроков? Ну, без сомнения, конечно, из Искардини, он все делает. Но приятно, что Прудников после травмы все-таки вышел, и он важную роль играет для команды. Видно, что когда он выходит, игра немножко преображается. Тамир Хамадиев понравился сегодня тоже. Очень нервно. Опасность травм. Может, игре сломали Абрамова, сейчас Прудников. Очень обидно. Просто плохо будет, если потеряем игроков ведущих. Хорошо играли. Искардини хорошо забил, красиво. И ждем дальнейших побед и голов. Команде что хотите сказать? Дальнейших побед. Умница, молодцы.